А то! Как я люблю замечательную центральную городскую ярмарку. Вот люблю ее, понимаете? Вообще, мне она очень нравится. Да, конечно, у народа возникает проблема. Да, конечно, не хотят давать машины. Но я в действительности объясняю неоднократно. Ребятки, все машины, ну все, я уже не помню, сколько этих машин. Я их не помню, даже просто не знаю, сколько. Наверное, уже 1500, больше туда идет, кверху. Вот. Нам предоставляют люди, разные люди. Как правило, они хотят их продать. Честно, все дело продается, как вы хотите. И центральная городская ярмарка нам такую возможность-то и дает. Сейчас, секундочку, я остановлюсь. Не могу понять, едет за мной человек, едет. Ну так вот, пока я стою и жду, вот, вариант достаточно простой. Какую машину нам сегодня дали? Замечательную, ну, изумительную машину, BMW. Конечно, она не в той категории и не будет стоить как сверхдорогой автомобиль. Смысл какой? То есть нормальная машина, которая, ну, поработала, а не все машины работающие, то есть вы не говорите мне, что машина какая-то не работающая, вам будет подарена. Ой, сейчас расскажу. Тема весьма интересная. Я, естественно, сейчас тоже пытаюсь что-то найти. По интернету. Блин, пасхальный, сколько мы не ездили. Для Сережи, вот мы камеру сейчас держим. Ездили в Училы, да? Смотрели хорошую машину. Оказалось, не хорошая машина. То есть 250 раз вам надо подумать, какую машину вы будете брать. Ну и что, что легкий удар был, ничего сложного. То есть машина в абсолютно нормальном состоянии, ровная, красивая, изумительная, 2 литра. Красота на автомате, естественно, цвет. Серебро. А вот всю жизнь хотел брать себе такую машину. А теперь я расскажу, почему я все-таки мечтаю. А еду я на обыкновенной BMW пятерке. Ну она немножко двинутая сзади, посмотрите там. Очень красиво, очень красиво. Такое счастье, что здесь оказывается 4,5, ну нет, обыкновенная 520, но в предпоследнем кузове. Цена вопроса 350 тысяч рублей. Идеальный вариант для вашей покупки. Ну реально, хороший вариант. Пробег 323, без смотки. Потому что вы прекрасно понимаете, да, вот когда мне говорили в свое время, когда я вам демонстрировал германские машины, которые нам предлагали в Магнитогорске, мне говорили: вот там ехал какой-то... Я был в Германии, ребят. Ну, был я в Германии, проверьте мне. Вот. Там машин с пробегом меньше 270 тысяч не было, понимаете? У меня сейчас машина вот за моей спиной едет. Ну, те же самые яйца, 315 тысяч. Так он едет, вообще никаких проблем. Причем все идеально работает. Кондиционер работает, все супер. Мог! Чуть-чуть вложить, так, слегка. Хотите там подушечки сделать? Да, пожалуйста, можно сделать. Можно их и не делать. Никаких проблем нету. Вот. По одной простой причине. Ну, средняя скорость с ограниченной 90, да? Спокойненько ремешок надели и едьте, вообще никаких проблем. Я честно, вот сколько, ну, были у меня удары, а как без этого? То есть, ну, я же езжу, понимаете? Но еще ни разу у меня подушки не выскакивают. Ну, везде такие бряк-бряк-бряк-бряк-бряк-бряк-бряк-бряк. Ну, был один серьезный брекс, и то подушки не выскочили. Был еще один серьезный брекс, тоже подушки не выскочили. То есть, ну, да нормально все, да нормально все. То есть, о, машина-то суперовская. Да, насчет центральной городской ярмарки. Вот эта тема интересная, да. Ну, мало того, что они мне в действительности помогают, ну, вот, то есть, я когда поехал на Кубу, они мне тоже помогли. То есть, ну, есть люди, которые помогают. Ну, а почему я не могу так же помочь? То есть, приезжайте, машины ставьте, покойника, вы их купите. Или купите вот такую замечательную машину. Ну что не купить? Нормально. Все абсолютно в нормальном порядке. Хорошая, замечательная машина. И, кстати, из тех поколений, которые я в действительности люблю. И не совсем понимаю вот эти X5, X6. Я не понимаю копейки, я не понимаю там... Ну, шестерка, да, это супер машина. Восьмерка, еще более крутая машина. Одна в городе есть. Хотел бы ее продемонстрировать, потому что, ну, вот эта восьмерка, она Ferrari Killer была. А так, отличный, хороший, нормальный буллер, кожа, со всеми абсолютно нормальный пирогами. Едьте, наслаждайтесь, получайте удовольствие.